Собственника земли в Одинцовском округе наказали за неубранный борщевик. Хозяин участка в муниципалитете был оштрафован на сумму в 400 тысяч рублей, поскольку не принимал необходимых мер. Всего с начала года в рамках борьбы с распространением борщевика Сосновского в Подмосковье выписано около 380 штрафов юридическим и физическим лицам на сумму более 45 миллионов рублей.